Как жизнь? Время дорого. Рассказывай. Ну, здорово. Что, наемник? Как... Мы верим в нашу победу. Верим в то, что зона будет уничтожена. Наша группировка называется «Долг». Почему так? Да все просто. Если не мы, то кто? Наша обязанность — бороться с зоной во всех ее проявлениях. Много наших ребят пришло в зону обычными сталкерами, чтобы нажиться, но, поглядев на здешние ужасы, поняли, что с этим нужно что-то делать. Что лучше жизнь отдать, если придется, только не пустить мутантов в свой родной город. Очень жаль, что не все сталкеры думают так. И совсем плохо то, что нам приходится бороться с этими идиотами, чтобы не допустить распространения зоны. У НИИ «Агропром» хорошее стратегическое расположение. Да и его подземный комплекс, знаешь, в тех местах у нас развернута научно-исследовательская программа по изучению зоны. Сначала исследовали анатомию и физиологию мутантов. Искали, попросту говоря, более легкие способы их устранения. Долго искали, медленно. А потом случайно нашли в подземельях «Агропрома» кое-какие материалы. Очень, знаешь... Интересные материалы. О секретных экспериментах по управлению сознанием. Еще в советское время, представляешь?
Они, эти ребята, довольно далеко продвинулись в своих разработках. Даже научились массово внушать простые команды животных. Тогда мы предположили, что что-то или кто-то может управлять мутантами. К сожалению, все подтверждает эту теорию. Стоит нам только выжечь логово каких-нибудь тварей, так сразу идет ответное нападение. То кровососа, то стаи псевдособак. И чем больше мы их кладем, тем больше их становится. И это точно непростое совпадение. Не верю я в такие совпадения. Будь здоров! Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить толк! Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты!
мужики? Отбой. Можно передохнуть маленько. Рванули. Лови гостинчик! Кушай я тебе гранатой! Кушай гранату! Лови гостинчик! Все приложил, гада! Возможно, еще не все. Всем спасибо, все свободны.